И у них не говорят: «Ты убил своего брата». Птицы так не говорят. У них нет этических норм. И у людей вначале не было. Они были недопустимой роскошью. Человек мог убить брата, если отец тому потакал. Это из Библии. Если отец любил одного сына больше остальных, они надеялись, что этот сын умрет. Это вы понимаете? Их решение надеяться на это было продиктовано действиями отца. А отец любил этого ребенка больше остальных из-за его внешности или из-за угодного ему поведения. Если ты каждый день ходишь в церковь, а твой брат нет, твоя мать будет уважать брата, а не тебя. А если ты позже станешь атеистом и перерастешь мамину этику, ты перестанешь ее уважать. Священник говорит: «Уважай и почитай мать». Но если твоя мать непорядочная, ты не сможешь ее уважать. Понимаете? Когда моя мама отреагировала на японского мальчика, я перестал ее уважать. Мой брат влюбился в девушку не нашей национальности и привел ее домой. Мама сказала: «Найди себе девушку с турецкими убеждениями». И брат ее бросил. И я перестал его уважать. Если она была хорошей девушкой, то остальное не важно. Если она была добрая, понятливая, терпимая, это были мои убеждения. Но брата толкнуло решение матери. Не его собственное. Понимаете? Говорят: «Ты что, не уважаешь свою мать?» Зависит от того, заслуживает ли она уважения. Да, мои брат и сестра были обычными, совершенно обычными людьми, то есть абсолютно конченными. Поэтому я их не уважал. Вы это понимаете? Но я же должен уважать мать и родного брата. Но если я считаю, что, может быть, благодаря тому же Луи Пастеру, чужому человеку, я смог выжить. В этом история науки. Благодаря многим незнакомым людям я смог питаться и жить. Они придумали прививки от болезней. И благодаря им я живу, а не благодаря родителям. У родителей были благие намерения, но они были менее компетентны. Понимаете? Хорошо.